так что наши особенности могли стать результатом этого выбора. Выйдя в саванну без естественной защиты, и даже избавившись от той, что была у нас раньше, мы могли выжить только благодаря объединению в сплоченные социальные группы. На этом этапе соперничество за самок происходило еще по привычным обезьяньим образцам. Но потом произошло нечто неожиданное, рост интеллекта, Вызванные социализацией и изменением рациона, и сопутствующее ему увеличение размера мозга привели к новым сложностям, связанным с деторождением. Увеличивающаяся голова ребенка с трудом проходила через родовые пути женщины, а те, из захождения на двух ногах, не мог расшириться, не ухудшив нашу способность бегать. В итоге отбор перемещал момент родов на все более ранние этапы развития ребенка, так что наши новорожденные становились все более беспомощными и требовали обременительной и долгой заботы. Это возлагало на самок, или уже женщин, новые и более сложные обязанности, которые стали превосходить возможности одного родителя. Так появилась потребность в отце, а не только поставщике сперматозоидов. Для выживания женщинам понадобились партнеры, а чтобы их получить, требовалось привязать их к себе на продолжительное время. Но как? При помощи сексуальной привлекательности и устойчивости союза, которую обеспечивали два новых и редких явления, незаметная овуляция и постоянная готовность к сексу. И еще красота. Появилось неизвестное раньше чувство, любовь. И новый особый образчик красоты, который можно описать как усиление детских черт в анатомии и поведении гладкая безволосая кожа, маленький нос, большие глаза, высокий тембр голоса – это черты, которые пробуждают во взрослых особях покровительственное поведение. Стараясь добиться мужской опеки, женщины впали в детство, их современный педоморфизм таким образом может быть ответом на условия, которые сделали человеческих самок зависимыми от самцов а не только наоборот. Сохранившимся наследием полигамии в нашем виде выступает система ухаживания и конкурирования мужчин за женщин, а также специфический мужской тип красоты, опирающийся на канон силы и решительности. Новым и очень человечным свойством вполне могла выступать женская красота, возникшая как попытка наложить на более старую в биологическом плане полигамную структуру идею моногамии. Предлагая свою красоту и всю биологическую привлекательность, которая за ней стоит, в качестве элемента прочного союза. Женщина вносила в него новый оригинальный элемент взаимного и распространяющегося на многие сферы совместной жизни чувства. Таким образом, оба пола стали казаться друг другу привлекательными и, здесь Дарвин, видимо, был прав, стали взаимно выбирать друг друга. Оригинал публикации go, опубликовано 11 февраля 2015 года.